Привет! В этом видео разберем, как переопределить сохранение формы Stacked Inline в Django Admin. Идея в следующем. Пользователь на сайте может отправлять сообщения и видеть всю переписку с менеджером. Менеджер видит переписку и отправляет сообщения, используя Django админку. Для отображения переписки используется класс Stacked Inline. Задача в следующем. Когда менеджер отправляет сообщение, то его пользователь автоматически присваивается полю User. У менеджера не должно быть возможности выбрать пользователя, который отправил сообщение. Есть две модели – Group и Message. Модель Message связана с Group. В админке зарегистрирована только одна модель – Group. Для отображения сообщений в группе используем класс MessageInline, который указан в классе GroupAdmin. В админке это выглядит следующим образом. Видим, что у менеджера есть возможность выбрать пользователя, от имени которого отправить сообщение. Лишим его такой возможности, добавив read-only fields. Теперь отсутствует выпадающий список с выбором пользователя. Но при попытке сохранить сообщение мы получим ошибку integrity error. Мы не указали, к какому юзеру принадлежит данное сообщение. Решим данную проблему. Нужно переопределить метод saveFormSet и добавить текущего пользователя полю user. Обратите внимание, при изменении сообщения пользователя автоматически присваивается пользователь менеджера. Если видео было полезно, поставь лайк и подписывайся. Также не забывай про наш телеграм-канал. Пока!